Да, это в стиле фолка. Эй! Он умеет хранить секреты. Даров. Мы снова мы. Будем нападать, отбивать землю от пришельцев. Он пришел, может пойти посрать. Кто здесь? Заметили? Нету шапочки. Да, в этом скафандре он не берет с собой шапочку. Картер, к ручью летят дроны. Идите через коровник. Вас понял. Вижу чужих. Им нужно то же, что и нам. Черт, и что делать? Поблагодарим их за находку, а потом прикончим. Смотрите, серые. Давай в укрытие, в укрытие. Да в укрытие, баран. Так. Значит так. Ты бежишь. Вот укрытие! Сюда. Живей! Иду на позицию. Потом ты стреляешь. Станьте невидимым. Вот в этого. Ты, значит, бежишь сюда. Я пошел. Ебашишь. Скрывай вот сюда. Сними этого. Уже на мушке. У нас гости! А я? Я на точке! Навожусь на цель! Так. Ты беги. Я не знаю. Прячьтесь сюда. Вон там! Меняю точку! И банёшь вот эти... Бей их! Вон туда. Ты... О! Выдвигаюсь! И стреляешь, мразь. В атаку! Вот в этого. Понял! Навожусь на цель! Я на позиции! Где ты там выбыл, баран? Не теряем темп! Почти прорвались! Да. Я ранен! На! Блядь! Вот. Помощь мне не помешает! Я уже решил, мне конец! Так. Ты. Чё-то ты вот, блядь, какой-то дебил. Сел, хер пойми где вообще. Защита, сюда. Уже иду! Отсюда ебанёшь. Там ломите ему! Ебанёшь. Ты. Получай! Выдвигай! Сюда. Толкни его! А я? Подниму? Нет. Поднимаю! Мы взяли мы! Тут чисто. Идем дальше. Картер, как вам задание? Пойди туда, не знаю куда. Охуенно. Вы о чем? О том, что полк отправляет вас под проливной дождь. И даже не говорит, что искать. Мне удивляться не положено, Барнс.
За мной, джентльмены. Конечно. Джентльмены. Так. Да, командир. Не, да еще таки есть. А, смотрим, я там увеличен. Так, что тут? Увеличить запас гранат 2 раза. Перезарядка у меня, лечение проходит быстрее. Бля, все-таки у меня лечение. Я возьму. А, у этих ничего, да? Так, лечение будет быстрее. Восстанавливаться. Тварь. Блять. Не остается у них на лице ошметков. Так, распомещение, значит, надо дробач. Я вроде как ебанул его. О, лазерный пистолет. Компактная полупневматическое лазерное оружие сохраняет точность даже при стрельбе очередями. Сейчас мы это проверим. Пиу-пиу вот это. Глоты. Опасные, наверное. Новое снаряжение. Все. Сюда пусть лазерный пистолет, да? Пущу лазерный пистолет. Их лучше водить ихним же оружием. Хрена мы расхреначим. Что, парни, лавки не забыли? Водички испугался? Не водички, того, что может в ней быть. О, ну да. А ты возьми дробач. Если... Под дождя, капли. Ну, выглядит это прикольно так. Дроны! Похоже, они собрались к артефакту. Барнс, мы их видим. Картер, вижу его. Спускайтесь по реке. Это тот поезд. Тут куча глотов. Контакт! Эти глоты нам помогли. А?
Дорога готова. Можно подниматься. Можно. Не, ну выглядит, блядь. По мне выглядит прикольно, тем более это для тех времен. Я вот не понимаю, зачем надо скрывать, что там за технология? Может, они не хотят, чтобы мы об этом знали? Тогда так бы и сказали. Вы, главное, заберите нас отсюда побыстрее. Не хочу тут торчать дольше, чем требуется. Чертеж. Полученное снаряжение снижает урон атак противникам и увеличивает размер магазинов для всего оружия. Позволяет вести стрельбу более длинными очередями. Типа новый этот... Чехол за спину. У нас гости! Чисто. Ладно, идем. Готовься, они близко. Сдвигаюсь. Так, значит, ты. Давай. Толчок назад! Толчок. Ты. Прикончите его. Так. А я. Вверх и в сторону! Вот так. Вот так. О-о. Да ну что ты такой вот баран, ну возьми да и шмальни. Ломите ему! Ложусь на цель! Да поздно. Вижу их, приготовьте! Сейчас рванет! Воу-воу-воу! Блядь. Эти! Сейчас очнется! Воу-воу-воу! Гранат себе ставь, баран. Этот последний. Ну тупица вообще. Что там случится, непонятно. Ты. Так. Ох. Лазерный пистолет, пулемет. Очень скоростное автоматическое лазерное оружие для средних дистанций. Здорово. Не пистолет сойдет, и вот эта штучка, наверное. Не знаю, сейчас будет очевидно. Держаться вместе. Чего там? В ландухе. О, какой горячий кофе. И он дал. Эй, положи на место. Это наше. Сука. Вы чего? Охренеть. Не расслабляться, джентльмены. Так. Гости, не гости. Ломите ему! Ты. Ой, ты баран вообще. Стреляю! Давайте за укрытие! Да. Уже иду! Толкни его! А поднимаю! Поднимаю! Эти твари в броне! Противник наступает!
жду приказа! Вы ранены? Так. Они подходят! Защиту, сюда! Вас понял. Начинаю движение. Поднажми! Прикончите его! Вверх! Не ленитесь, доставайте аптечку! Воду! Да, блядь. Мне, знаете, ваша бы помощь не помешала бы. Прикончить его! Бью по указанной цели! Сюда! Мне конец! Помоги мне! Я поставлю вас на ноги! Атакуем! Помогите мне! Держитесь, командир! Теперь полет. Буду должен. Цель уничтожена. Неплохо, босс. Получилось! Боже правый, получилось! Да, идем. Надо торопиться, иначе придется начать все заново. Придется. Вся пуколка. Дерьмо, короче. Блять, ну ладно, ладно, а сколько, допустим, выйдет? Барнс, эта штука у нас. Уж не знаю, что это. И там ничего не тикает, и запал не шипит, верно? Нет. Отлично, я скоро буду. Оперативная бригада, есть опергруппа, да, была на планете артефакт и доставила его на базу в связи с сохранностью. Потери в ходе операции были сравнительно невелики, нежелательные следы на месте операции их устранить, команда зачистить, устранила команда зачистить. Карта выносит благодарность за оперативные действия в бою. Понятно. Агент Картер, явитесь в технический отдел. Уильям Картер, в технический отдел. Спасибо. Пока что это... Спасибо. Я знаю. Так, у меня там еще были миссии, ты подожди. Вы не в состоянии заняться каждой угрозой лично, но иногда можете поручить это агентам.
При выполнении побочных заданий они приобретут ценный опыт и могут найти новое снаряжение и даже других опытных агентов. Однако в это время их нельзя будет использовать на заданиях, поэтому тщательно подбирайте группы. Операции. Хем. Пять. Че, я могу сейчас войти? Ядерный удар. Чужих хотели скрыть на войну базу, где размещены ядерные ракеты. Разведка ФМ сообщает, что враг планирует ударить по нам нашим же оружием. И база производить запуск ракет. Блять. Понял. Это секретное сооружение получило приказ на запуск ядерной бомбы? Но ракету не запустили, к счастью. А мы здесь должны выяснить, что пошло не так. Или что пошло так. Все перевернулось вверх дном. Так, ладно. И на сотни километров только одна кукуруза. А, бля, там что-то. Контакт! Они нас не заметили! Самолет-разведчик. Обломки. Боже! Может, проберемся мимо? Может, проберемся мимо? Я прятаться не буду. У нас гости! Так, ты. Бежишь сюда. Прячись вон там! Уже иду! Шмаляешь в него. Ломите ему! А ты делаешь так. Поднажми! Мы давим их! А я делаю вот так. Поднимаю! По мне стреляют! Прикрой. Осторожно, Картер. Они выслали подкрепление. И лезут с обеих сторон. На нас летят дроны! Ой, беги! Спасибо, очень кстати. Граната, ложись! Так, ты тут... Прикончите его! Бей их! Назад! Алле, оп! Не добил его! Последний! Щиты! Ученые из базы коротенько объяснили, что делает с ракет. Да подожди ты. Так, существенно уменьшит урон, наносимый с противным врагом. Так, повышает точность и урон... оружием. Конечно же, я возьму вот этого. Так, следующий кто там? Идет агента невидимым и отвлекает противника с помощью голограммы.
Двойную голограмму. Так. Агент-разведчик может создать двойника. На время проекция отвлечет врагов на себя. Проекция выдерживает только ограниченный урон. Я понял все. Говорят, для запуска боеголовки надо сделать три вещи. Заправить, снять защиту и указать цель. Все этапы проверяет ЭВМ. Если какого-то этапа нет, запуск прерывается. Заправить, снять защиту, навестись. Понял вас. Есть данные, где находится ЭВМ? Терминалы ЭВМ, похоже, где-то в амбарах. Больше они никуда бы не поместились. Понял вас. Заправить, снять защиту, завестись. Чего ждем, босс? Нам в ангар, так? Вот они, деньги налогоплательщиков. Что? Ох, нет, она уже заправлена. Барнс, тут уже есть координаты. 38 градусов 53 минуты северной широты, 77 градусов 2 минуты западной долготы. Господи, это же Вашингтон! Значит, нужно быстро найти пусковую ЭВМ. Ракета сейчас взлетит. Лосы!